Почему США и союзники помогают сбивать иранские дроны, нацеленные на Израиль, но не могут делать того же для Украины? Я знал, что этот вопрос возникнет. Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз. И президент США ясно дал понять с самого начала конфликта в Украине, что США не намерены вмешиваться в этот конфликт в роли участника боевых действий.